Не заряжается вот этот вот. Первый уже обнаружили, который не заряжается. Отложим его пока в сторону, посмотрим десятый. Заряжается. Так, выявили, что один из десяти не заряжается. Сейчас попробуем, так вот еще раз покажу, что он, мы его переткнем. Сейчас почистим там контакты зубной щеткой, может быть, в контактах дело. Попробуем сменить еще кабель для зарядки. Ластиком возьмем, почистим контакты ластиком. Так, подключаем еще раз. Смотрим. Не заряжается. Брак. Сейчас проверим кабелем от рабочего. Вот это рабочий кабель должен быть. Да, потому что здесь заряд идет. Рабочий кабель. Заряда нет. Выявили один брак. Прошу вас, по этому вопросу будет создан тикет в службу техподдержки. Это видео я приложу к тексту заявки. Вот, необходим будет один браслет дополнительно либо выслать, либо за него вернуть деньги.